Всем привет! Это Мотопанорама. А это Триумф Трайдент 660. Совсем недавно вышел этот мотоцикл. Можно было, конечно, и раньше на нем прокатиться, но все было не с руки. Локдаун и вообще куча дел. Но, тем не менее, вот, наконец, сподобился. Давно хотел на нем прокатиться и сравнить его. Ну, не знаю, уже сравнить, не знаю, получится, не получится. Со среднекубатурниками, на которых я ездил. Это Yamaha и Honda. Кавасаки тоже у меня был, свой собственный был Йорш в свое время. Конечно, с тех пор ситуация изменилась, изменились уже мотоциклы, но суть, в общем, одна и та же. А вот тут у нас первый раз, по-моему, такого, типа, ну, при моей, скажем так, мотоциклетной жизни, первый раз Триумф выпустил вот этот мотоцикл такого небольшого, как бы, класса, городской такой небольшой мотоцикл. Ну ладно, давайте поедем. Я не буду теоретизировать. Я уверен, есть куча народу, которые мне еще расскажет, как... Так, как он тут зовется. Вот, вот. Ох, ух. Вы. Посмотрите, этот двигатель их трипл, который я просто... Я от него просто без ума. Посмотрите, первая скорость так мягко включается. Очень мягко. Так, а нейтралочка... Нейтралочка находится, но я бы не сказал, что уж так прямо очевидно. Ладно. Так. Поедем. Что-то переключатель поворотов. Немножко далековато для моего пальца. Слушайте, далеко. Тянуться надо. Сегодня жарко у нас, а я уже весь уже мокрый. Слушайте, просто чудесно. Просто чудесно. Трехцилиндровые двигатели, если в самом общем смысле сказать, это золотая середина между двухцилиндровыми и четырехцилиндровыми. То есть двухцилиндровые лучше тянут на низах, четырехцилиндровые лучше тянут на верхах. Вот, а трехцилиндровые как бы золотая середина. Это одна из причин, почему... Они мне очень нравятся. Ну, а вторая причина, то, что звучит этот двигатель трехцилиндровый, триумфовский, просто великолепно. Лучше двигателя, на мой взгляд, просто нет. Ну, в плане звука, я имею в виду. Крутящий момент у него. Не помню, слушайте, цифру. Надо посмотреть. В Машке записал. Но помню хорошо, что пик крутящего момента на 6250 оборотов. Вот, и я тут немножко попробовал, но вот посмотрите. Так, не знаю, да сейчас получится, не получится нифига, сейчас придется останавливаться. Ну ладно, это мы там еще посмотрим. Тормоз какой передний, просто великолепный. Не полезу я туда, леди и джентльмены, не полезу. Давайте пока посмотрим, как обычно, давайте, не дадут нам все равно здесь в городе нигде разогнаться, пока мы не выйдем. Вот, первая передачка. Очень хорошая какая, посмотрите, какая первая передачка для небольшого мотоцикла.
Ну, долго на ней не проедешь, конечно. Где-то на там 3500 уж по-любому нужно менять. А вторая, посмотрите, как хорошо. Такая агрессивная для города вторая передача. Вот. И... мотоцикл чувствуется просто как какой-то велосипед. Чистое здоровье, блин. Тормоз передний. Просто песня. Да, ну вот. Вторая передачка, видите? На ней, в принципе, можно, что называется, зажигать, хулиганить по городу. Я-то этого делать не буду. Я человек взрослый. Вот. А вы, если вы человек молодой, то можете, конечно, если вам недорога жизнь. Вот, третья передачка. И что у нас там? Посмотрите, какая она удобная. На ней можно не торопясь ехать. Я сейчас попробую с нее тронуться. Не попробую, потому что мы не остановились. Ну, очень хорошо. Двигатель очень-очень позволяет не часто перекидывать передачки. Можно, смотрите, на третьей передаче, не торопясь по городу ехать, не перескакивая ни туда, ни сюда. Все время я забываю это слово. Вот. И сейчас на экране его напишу. Мешает мне английский язык. По-английски это звучит flexible. Я его перевожу как гибкий. Меня абсолютно правильно поправили, что по-русски это не так. Вот, но слово я периодически забываю. Вы уж меня извините, пожалуйста. На третьей передачке он тоже очень-очень хорошо, видите, ускоряется. Несколько другой у него, чуть-чуть менее агрессивный рывок. И мне этот чуть менее агрессивный рывок нравится больше. Он дает такую задержку вам, как бы. Посмотрите, как хорошо медленно ехать. Чистое здоровье, посмотрите. Можно остановиться и стоять неделю. Вот. То есть этот рывочек на третьей передачке хорошо. Так, рывочек, я имею в виду, задержечка такая есть. А потом он раз и полетел. И все это очень хорошо. Так, ну вот посмотрите. Здесь, конечно, таких пробок там нет. Не Москва, извините меня. Но, как вы сами видите, проезжать, в принципе, можно. То есть руль очень... не широкий, сколько тут, меньше, чем 750, по-моему, 735, что ли, миллиметров, или что-то около того, не помню точно. В общем, мотоцикл со второй передачки, посмотрите, трогается хорошо. Вообще без проблем. Очень хороший, да, просто песня какая-то. Да, то есть мотоцикл в пробках просто идеальный будет, идеальный. Очень-очень верткий, скоростной, хороший мотоцикл. Вот. Посадка. Посадка, на удивление, мне кажется высокой. То есть я сижу высоко, и мне видно. Я не знаю, что вам видно на камеру. У меня одна камера ниже подбородка, да? Вот, поэтому, может быть, вам и так не видно, как мне. А я вижу хорошо. Через крышу машин вижу все прекрасно в этом плане. Хотя так на вид вроде мотоцикл невысокий. 805 у него высота сидения. Вот, и, ну, сейчас где-нибудь, когда мы остановимся, я остановлюсь и покажу вам, как я достаю на нем. Мое самое первое впечатление, я, наверное, так. Самое первое впечатление, конечно, у меня, что высокому человеку на нем будет не очень удобным. Вот, потому что у меня есть изгиб коленей, мой рост 171, для меня это никакой проблемы не представляет вообще. И никогда не представлял. И этот мотоцикл мне по росту подходит очень-очень хорошо. Мне всегда нравился Street Triple. Вот. Великолепнейший мотоцикл. На мой взгляд, возможно, самый лучший мотоцикл из городских. Вот. Но этот мотоцикл, он, конечно, как такой младший собрат. Но просто у меня вызывает какой-то... Я вам скажу, немножко трясет. Посмотрите на этих кочках всех. Вызывает восторг у меня этот мотоцикл. Очень хороший. Очень хороший мотоциклет.
Да, сидишь высоко, спина прямая, наклон. Наклона нет, практически можно считать, какой наклон. Никакого наклона нет. Вот. Сиденье немножко жестковатое, но пока я, скажем так, не ощутил каких-то там проблем, но это будет видно чуть позже. Вот, пока, ну, самые первые минуты попробуем тормоз. О, включилась ABS. Тормоз просто какая-то песня. Тормоз просто песня. То есть я уже привык со своими сузуками, там всеми этими, привык к тому, что давить нужно со всей дури везде, и спидмастер у меня, и сузуки, и все, и везде нужно давить. А здесь давить не нужно, здесь нужно еле-еле, как называется, максимум двумя пальцами, или пальцами, как там правильно будет. Вот так, сейчас мы где-то попробуем задний тормоз заодно. То есть передний тормоз очень хороший, даже, блин, на мой вкус слегка островат, слишком такой резкий он может быть. Не ожидаешь от такого мотоцикла. Ну, а по ощущениям, велосипед чистой воды. Вот. Но удобно, удобно держаться за бак, и при торможении я никуда не съезжаю. Или когда торможение двигателем, которое, ну, здесь тоже есть, может быть, не такое там, как на двух цилиндровых, но тоже, в общем, есть какое-то. И я не съезжаю никуда, сижу как влитой, очень-очень удобно. Очень-очень удобно, немножко дерганый. Я тут езжу, смотрите, да, но это я скорее просто хочу попробовать, как он там идет. Так. Здесь мы... Вот единственное, что я не могу привыкнуть, это к включению поворотников. Я до него как бы не достаю. И, соответственно... Боюсь полиции. В повороты на нем будет входить очень-очень хорошо. Нет, очень не нравится мне этот переключатель поворотов. Он очень неинформативный и не чувствуешь, то ли ты его включил, то ли ты его не включил. И надо к нему тянуться, он далеко. Панель здесь, как вы видите, TFT панель. Я по ней разбираться тут сейчас не буду. У меня нет на это ни времени, ни желания. Если вам интересно, то вы, конечно, легко найдете... как называется, всю информацию по ней. Но я вижу, здесь есть скорость, передачку показывает мне обороты, вот, и показывает пробег, там все это, бортовой этот компьютер так называемый, вот, и как бы мне так, как бы вроде как бы и достаточно. Ну, четвертая передачка. Что они там? Посмотрим, какое ускорение. Посмотрите, с 38 миль. Раз, два, три, четыре. Вот, ну и то есть где-то на раз, два, три, четыре, и вы уже находитесь за пределами легальной скорости. То есть очень-очень легко. Очень-очень легко. Давайте я включу шестую передачу и посмотрим, что у нас на ней. 50 миль. Шестая передача у нас 4000 оборотов, 50 миль. Очень хорошо, плавно, прекрасно разгоняется на раз-два и уже доходит до 5500, а там дальше уже все как бы вообще очень хорошо. Очень-очень такой
двигатель, как вам сказать, приемистый, быстро-быстро крутится, ускоряется с самых низов. Великолепный, великолепный двигатель. Просто, просто песня. И звук. Но я уже повторяюсь, да? Сам мотоцикл очень такой тонкий, в талии, так сказать, сидишь. Ну, это зависит, естественно, от ваших... Так, смотрите, на шестой передаче еду 25 миль. Он слегка жалуется, но тянет. Конечно, не стоит этого делать. А на пятой передаче так вроде как и ничего. Можно и забыть, что ты, блин, не переключился. Вот. Ну, вспомнишь, потому что он так сильно не ускоряется. Хотя ускоряется так как бы и нормально. Вот так, это что? Да, то есть он такой тонкий в талии. У нас мотоцикл, то есть держать его очень удобно, и вызывает он ощущение такого, ну, велосипеда, что ли, да, такой как бы не сильно мощный там такой, ну, такие похожие, знаете, ощущения, как у Yamaha там 07, то есть когда садишься там на нее после 125-ки, когда вот там думаешь, ну что это мотоцикл там небольшой, ничего там такого. Вот, а потом оказывается, что он совсем не такой мирный и маленький, а он такой очень-очень, может быть, агрессивный. Вот, двигатель мне этот сразу, если это сравнивать, двигатель этот мне, конечно, нравится больше, чем хондовский, и больше, чем ямаховский, и дальше даже больше, чем Сузуки, даже больше. То есть Сузуки 750, и, конечно, прекрасный двигатель, да и мотоцикл самый. В общем, сама посадка и эргономика на этом мотоцикле мне нравится больше, чем на всех этих трех мотоциклах. Вот, он... по ощущениям гораздо более легкий и гораздо более верткий. Вот, а двигатель, ну, не могу нахвалиться, двигатель мне нравится очень-очень сильно. По цене он находится где-то в серединке между Yamaha 7 и Honda и Suzuki. Вот. Но это здесь, в Англии. В вашей стране это может быть немножко по-другому, это мне неизвестно. Если же сравнивать его со Street Triple, старшим братом, то он будет дешевле его на 2000. Вот. Это, в принципе, ну сколько? Почти 30%, да? Это, в принципе, серьезно. Сцепление не вижу отсюда, регулируемое оно нет, но это, особо не важно, вы там потом посмотрите. Так, раньше это и не было, нет этого раундабаута, то есть они его достроили. Куда тут ехать, я даже и не знаю. Будем ехать прямо. Вот, сцепление очень легкое, нет, пожалуй, что не очень легкое, скорее, наверное, среднее, ну, не требует каких-то ужасных усилий. Куда он едет? Чтобы меня не раздавил, он еще не решил, куда ехать, то ли прямо, то ли меня раздавить. Чистое здоровье. И это на четвертой передачке. На второй было бы вообще страшно. А между прочим,
вот такой вот уровень агрессии мотоцикла, как вот у этого, мне заходит гораздо лучше, потому что он, в принципе, ну, какой-то такой человеческий, что ли. Вот, например, Yamaha 9, у нее в режиме A, ну, натурально, мне кажется, просто нечеловеческий уровень. Ну, и другой вопрос, что там сама посадка мне не нравится на Yamaha. Хотя этот мотоцикл уже другого класса, и сравнивать его, пожалуй, с этим маленьким мотоциклом не стоит. Вот, но ощущение похожее, то есть такая здорово-здорово летит. Здорово летит. Про сцепление начал. Сцепление здесь проскальзывающее. Вот. Поэтому как бы вы можете сбрасывать скорости вниз в этом плане. Из электроники здесь все, что нужно, есть. И из электрики, так сказать, то есть здесь стоит ABS, конечно, Traction Control. Здесь стоит TFT-панель, и здесь стоят LED эти поворотники и фара. Что, в принципе, хорошо. Тоже для безопасности вас просто лучше видно. Вот, то есть, ну, такой необходимый минимум здесь есть. Где-то нужно найти поменьше, потише скорость и попробовать задний тормоз. Ну, когда вот здесь будет перекресток. Ну, задний тормоз. Надо помедленнее пробовать его. На первый взгляд вроде все очень хорошо. Давайте-ка я попробую вторую встать. Вот, вторая у нас на городской скорости. Наша городская скорость 30 миль, 5000 оборотов. Вот, то есть практически пик, да, крутящего момента. И рвет, конечно, он как сумасшедший. Вот, но я уж не полезу в автобус. Врезаться не будем. Давайте все-таки встанем. Не люблю я ревущие эти ревущие высокие обороты. Да. Поэтому на третьей передачке очень мне нравится. Великолепно. Подвесочка, ну, немножко жестковата. Жестковата, но жесткая она в хорошем смысле. То есть я не жалуюсь на то, что она жесткая. Вот, она, может быть, и должна быть такой жесткой. То есть она мне нравится. И пока я не устал. Вот, поедет впереди, будет у нас спонсор. Я уже говорил, эта местность, говорил в каком-то из других, как его сказать, роликов. Эта местность здесь недалеко Брэдфорд, и здесь торгуют наркотиками, и, соответственно, здесь полиции всегда очень-очень много, в том числе в скрытом, как это называется, блин, штатском. Блин, включил нейтралочку. Сори. Вот на Yamaha эти маневры, они не очень хорошие, потому что двигатель в этот момент у нее, как бы сказать, такой дергается, да, в режиме A. А разгоняться на раундабауте я вам не советую, потому что кто-то может сделать что-то не то, и вас не будет. Поэтому ехать нужно всегда с готовностью остановиться. И в этом плане этот мотоцикл позволяет вам ровно держать газ. Ну, может, и на Yamaha, конечно, я бы держал его ровно, если бы привык к ней
Вот, никогда я на ней не ездил так, чтобы долго, поэтому не знаю. Ну, такое первое впечатление. Скажем так, это более тяжелый мотоцикл. Я имею в виду Yamaha 9, не 7. 7 конкурент вот этого мотоцикла, и он ее, на мой взгляд, опережает. Хотя та тоже очень-очень хороший мотоцикл. Вот. Ну, давайте вот заедем сюда. О, нет, сюда мы не поедем. Здесь похоронная контора. Я хотел, блин, здесь сделать обзор. Сори. Извините, что смеюсь, леди джентльмены, но, пожалуй, что не стоит заезжать на похоронную контору. Playing fields, какие-то поля для игры. Это что за поля для игры? Нам нужно просто место, где мы остановимся и посмотрим на мотоцикл. Вот. Что-то все жилые эти комплексы. Вот разворачивается он, конечно, прекрасно. Разворачивается он здорово. Слышите, какой звук, да? Когда отпускаешь газ. Не знаю, насколько этот микрофон доносит до вас, но просто чистое здоровье. Песня какая-то. На нем очень хочется ездить, вот так вот, дергаясь слегка и ускоряясь, из-за того, что ускорение у него великолепное. Вот тут у нас будет место. Не знаю, сколько там нам дадут возможность сделать обзор, или там все заставлено будет машинами. Со второй передачки очень прекрасно трогается. И это мне очень-очень нравится. Так, куда тут детишки играют? Чтобы никого из детишков не раздавить, попробовать убраться вот туда куда-нибудь, подальше от всех. Есть там место секретное. Подножечка, просто песня.